Предприниматель и продюсер Киселев вдруг заявил, что страшно разочарован некоторыми своими коллегами. Отдельно он упомянул Газманова и Крутого, которые якобы только называют себя патриотами. Возмутило лидера землян то, что артисты смеют продолжать зарабатывать в столь тяжелое для страны время. Во время фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге он публично заявил, что Газманов и Крутой по-прежнему берут за свои выступления огромные гонорары, а главный Исаул и вовсе пишет патриотические песни под заказ ради наживы. Демонстрировать настоящую благотворительность и сочувствие знаменитости якобы отказываются. Гибнут люди, и когда с командой ездим на те территории, мы это особенно видим. Горько, что народные артисты господин Крутой и господин Газманов не являются гостями территорий. Никто из них не откликнулся на мою инициативу по поводу отдания долга нашим героям СВО, поделился бизнесмен. Киселев добавил, что свои претензии высказывал артистам и лично, но в ответ якобы услышал только грубость. Они оказались явно не готовы работать бесплатно, как это делает лидер землян, и даже объяснять ничего не желают. Я усомнился в том, что они люди интеллектуального труда, так как их ответ был из категории «сам дурак», рассказал Владимир Владимирович. При этом сам Киселев вот уже почти 10 лет дает благотворительные концерты и помогает жителям Донбасса. После начала СВО продюсер регулярно появляется в военных госпиталях и переводит средства для лечения раненых бойцов. На днях продюсер накинулся еще и на главного и самого молодого патриота эстрады, певца-шамана, которого на фронт якобы не пускает жена.